это. Всем большой-большой привет. Спасибо всем огромное за поддержку, за просмотры, за лайки, за подписку. Для меня очень важно. Спасибо. Смотрите, подписывайтесь. Мне приятно. Очень. Сегодня будем печь то ли печенье, то ли выпечка такая к чаю на завтрак. Даже не знаю, как назвать. Нам понадобится 2 больших яйца. У меня маленькие, значит, 3. Цедра лимона, 80 грамм здесь уже сахара, щепотка соли. Все это хорошенько взбиваем до пенки такой. Добавляем сюда 60 грамм растопленного сливочного масла. Сюда же. И сто грамм сметаны. Можно 80. Я ставлю 100. Все это опять сбиваем. И будем сюда добавлять 180 грамм муки. 10 грамм разрыхлителя. Уже в муке должно быть. Разрыхлитель в муке. Вот оно какое беленькое уже. Сейчас будем сюда добавлять по одной ложке. Не всю муку сразу. По одной, по две. Разрыхлитель уже в муке. Так всю муку добавляем сюда. Ребята, вот такое должно быть тесто. Если у вас чуть получилось гуще, у меня что-то получилось, добавьте, ну, по ложке добавляйте молочка, чтобы оно было вот такой вот у стены. Сейчас 2 ложечки мы отбираем отсюда, нам надо будет там еще делать 2 ложечки. В отдельную мисочку. Добавляем сюда 8 грамм какао не сладкого и ложку молочка. Нам это понадобится, и ложку молока сюда. Все хорошенько размешаем. Должно получиться тоже вот такой же густоты, как то белое тесто. Такая вот красота. Ребята, что делаем дальше? У меня есть кондитерский мешок. Если у вас нету, то можно кончик кулечки отрезать и делать вот такие штучки. Очень просто. Кружочек на пергаментную бумажку для выпечки. Аккуратненько. Если нету такого мешка, вы можете, я же говорю, кулечек взять и вот так вот делаем. Кульком получится то же самое. Кончик отрезаете. Вот так вот. И делаем дальше. Теперь смотрите. С коричневого теста тоже мешочек берете. У меня такой есть. И делаете вот такую. Такие клеточки сверху. Ну, чуть-чуть надо. Если не хочете заморачиваться, можно оставить так. Без этих шоколадов. Вот так вот. И все мы вот так делаем. Ребята, выложили вот эти вот полосочки. Смотрите, что делаем зубочисткой. Шпажкой.
это в обратную сторону. Такое печенье у нас будет. В одну сторону, это в другую. Духовка уже греется. Это ее ставить минут на 15, 180 градусов, смотря какая у вас духовка. Смотрите по своей. Может вам больше надо, может меньше. Минут на 15-20. И вот такая вот приста получается, отправляем в духовку. Ребята, вот такие штучки у нас выпеклись. Мягенькие они, как булочки. Сейчас мы их вот так вот склеим, две вместе. У меня вот такая ерунда есть. Нутелла там, шоколад. Вы можете сделать с густым вареньем, джемом, густым, чтобы не текло. И потом вот эти бока намазываешь и в кокосовую стружку. Сейчас я покажу. Смотрим. Такие мягенькие. Все обмазали, по краям обмазали аккуратно чайной ложечкой. И вот так в стружечку. Стружка тоже продается везде. Ну, конечно, в больших магазинах, гипермаркетах, но она везде есть. Смотрите, а тут булочка в середине намазанная вареньем, повидлом, нутеллой, шоколадом. Я не могу в руках держать, она такая мягенькая, как булочки. Вот смотрим на нашу готовую булочку. Они как булочки, как булочки. Вот я их разрезала. Будем взять в руки, какая она нежная. Вот, смотрите. Смотрите, какая она. Нежная. Под руками подминается. Это не именно такой вариант можете делать, как я тут делала. Можно по-другому сделать. Но рецепт теста бесподобный. Вот у меня тут такой вариант есть, вот такой коричневый. У меня остались чуть-чуть теста. Чтобы... Я взяла, поставила просто так. Ложкой разровняла, ложкой без ничего. И вот смотрите, и ложкой можно сделать так же само. Просто я смешала те остатки и вот выпекла, оно еще получилось так классно, не задумываясь. И вот такая красота. Можно ложечкой, не обязательно мешком. Вот я попробовала, не у всех есть. Прослойка это тоже может быть любая, лишь бы она не ползла, такое густое, чтобы было. Очень вкусное. Само тесто. Тесто бесподобное. Пеклось у меня ровно 20 минут. Можно 15, смотря какая духовка. И смотрите, какая красота. Нежное, с молоком. Детям с удовольствием. Это не самореклама, это классно. Все, что я умею, я показываю. Моя внучка уже пекет это все полным ходом. Вот смотрите, какая красота. Ведь к чаю на праздничный стол. Ну, можно не заморачиваться мешком. Я же говорю, можно это все раз аккуратненько выложить ложкой и зубочисткой или вот этими шпажками. Разравниваешь кружочек. И так же само, ну вот я вот попробовала. Думаю, попробую, чтобы сказать. Все получается. Вот смотрите, какая красота. Очень красиво. Получаешь массу удовольствия от того, что получается. Я давно это уже делала, думаю, попробую. И вот такая красота. Всем пока, приятного аппетита, всем спасибо за внимание, за понимание. Пока-пока.